закончили с вами наше торжественное собрание, я приглашаю сюда, за этот стол, тех людей, кто будет с вами работать, тех, кто заинтересован в работе нашей школы точных наук, для кого сегодня тоже большой праздник, как и для вас. Прежде всего, я приглашаю сюда Александра Васильевича Сутыгина, директора школы точных наук. Вас сегодня пришли поздравить с началом работы мэр города Нарвы Тарма Танисте, председатель городского собрания Александр Ефимов, директор Таллинского института Пушкина Андрей Борисович Красноглазов. В зале присутствует депутат Нарвского городского собрания Татьяна Заруцких. Член Лиги КОБУ Михаил Стальмухин. Всех хочу еще раз поздравить с открытием школы точных наук Нарвы. Это стало возможным благодаря усилиям, в первую очередь, конечно же, члена Лиги КОБУ Михаила Стальмухина, мэра города Тарма Танисте, дальше председателя горсобрания Александра Ефимова и нашего главного, так сказать, хозяйственника, это института Пушкина Андрея Красноглазова. Попрошу их поприветствовать. То есть надо так, чтобы с самого начала вы были целенаправленно, особенно в 12 классе. Всех вас видеть. Уже прозвучало сегодня, что со следующего года математика для всех обязательно, и экзамен считается сданным, если вы набрали 1 балл из 100. Вот, этот закон принимали, давайте я вам расскажу, как его приняли, как такая вещь вообще могла случиться. Его принимали в этом году, и это стояло в законе, и может быть единственный раз за последние 2,5 года речь, сказанная с трибуны, как-то развернула депутатов правящего большинства, как-то изменило их мнение. То есть я им предложил подумать над тем, почему бы не 1 балл только, вот почему в школе на экзамен. Давайте в вузах 1 балл из 100, а вы потом к этому врачу на операцию пойдете. Или на экзаменах по вождению 1 балл набирает человека, получает права, а вы потом с ним вместе в троллейбусе поедете, он водителем будет. Вот, и как-то это подействовало, подошли и сказали, мы решили поддержать ваше вот это вот предложение насчет 20 баллов, это как бы такой минимум, хорошо сданный экзамен, но это не секрет, уровень знаний падает катастрофически, и для того, чтобы показывать, что наша система образования успешная, надо как-то упрощать программу. Это Йоганн Бортон-Кюльт, который сказал, что человек видит столько, сколько он знает. И очень не хотелось бы, чтобы кто-то не мог увидеть больше не потому, что не хочет или сам не может, а потому что не дает, потому что постоянно мешают что-то новое придумать. И, конечно, такие действия, когда что-то заставляют делать, нормальная психика человека вызывает протест и заставляет думать, что делать, как выйти из положения. Идти в штуковую, например, на пошли. В образовании это как-то не подходит, потому что все знают, что слово и идеи сильнее всего оружия. И вот то, что была создана эта школа, это как бы есть ответ, это есть плод этого протеста. Я очень рад, что вас собралось так много, потому что это показывает, что у города Нарвы есть большой потенциал. Это показывает, что наши гимназисты хотят учиться. Вы сюда пришли добровольно, и я думаю, что да, я понимаю, что уважаемый директор объяснил, что тут шутить не будут, но я думаю, что сюда никто из вас тоже шутить не пришел. Я вас всех поздравляю с началом нового учебного года. Желаю успехов. Спасибо. Сегодня уже назывались имена тех, которые приложили усилия к созданию этой школы. И сегодняшнее открытие этой школы – это плод совместной работы
Я повторюсь, что это Михаил Скорнюхин, автор и стратег этой идеи. Это Андрей Красноглазов и Институт Пушкина, который сделал городу своевременное предложение о совместной работе. Это Александр Васильевич Сутырин, который уже, кстати сказать, все лето работал над программами, над программой математики, над тем, чтобы это было зарегистрировано системой ЭХИС, разрабатывал и время работы школы, и продумывал, как это все будет, и возглавил эту школу. Это мэр города Тарматамиста, который сделал хорошие подарки школы и обеспечил школу необходимой оргтехникой, необходимой для работы. Я хочу еще назвать Викторию Лутус. Это руководитель Нарского отдела культуры, опытный работник, давно руководит образованием, и отдел культуры очень много помог и сделал необходимые расчеты для создания школы, подготовил необходимые проекты и решения. Это Лариса Владимировна Оленина, которая тоже использовала свой опыт педагога и приложила немало усилий для создания этой школы. А также хочу отметить депутатов коалиции Нарского городского собрания, которые приняли своевременно нужные решения для того, чтобы эта школа была создана. Отмечу, что депутаты, не входящие в коалицию, не голосовали за это решение, называли создание этой школы бесполезной и иногда даже вредной. Поэтому вот совместными усилиями эта школа создана, и я уверен, что занятие в этой школе поможет вам успешно сдать выпускные экзамены и вообще поможет в дальнейшей вашей учебе в ВУЗе. Ну, а что касается финансирования, меня сегодня спросили один журналист нашего издания, что вот кто финансирует школу вот эту, я сказал, конечно, город. А меня спросили, а нет ли у вас опасения, что вот сегодня в этом году есть финансирование, а может в будущем году не будет, а может быть все вот так и закончится. Я сказал, что у меня нет никакого сомнения в том, что эта школа будет финансироваться. Потому что Нарское образование, вот вы, гимназисты, те гимназисты, которые придут после вас, это наш приоритет, и финансирование этой школы будет всегда, пока существует эта школа. Поэтому вот я уверен в том, что численность занимающихся здесь будет только расти, и город всегда будет это поддерживать. Поздравляю вас, желаю вам успехов, желаю вам получения новых знаний и успешной сдачи будущих экзаменов. С днем знаний! Я вам